Анапчанки в составе сборной Кубани завоевали бронзу на первенстве России по волейболу. Национальное первенство среди девушек до 16 лет состоялось в Волгограде. В нем приняли участие 16 сильнейших сборных команд региона России. В полуфинале сборная Краснодарского края уступила будущему победителю первенства команде Челябинской области. В матче за бронзовые медали кубанские спортсменки одолели представительниц Москвы со счетом 3-1. А я напоминаю, что партнер выпуска – Центр проблемной стопы «Подоспецифик». Первый в Анапе – Центр проблемной стопы «Подоспецифик». Помогаем, когда у вас неправильный ноготь, натоптыши и мозоли, трещины, излишняя сухость или потливость ног. Изготавливаем стельки. Прием ведут опытные специалисты федеральной сети. Да, сделали очень быстро, за 15 минут. Я считаю, что хорошо, качественно. Я счастлив. Наш адрес: Анапа, Парковая, 64, корпус 2, рядом с военкоматом. Телефон 8-900-235-11-88. У кого есть проблемы со стопами, мы приглашаем к нам в наш центр, и мы обязательно вам поможем.